Да, Юрий Николаевич, тренер команды «Цикл». А характеризуйте в нескольких цензурных словах стиль игры вашей команды. Цензурных. Дело в том, что начали немножко играть сейчас не так, как было на установке. Забили быстрый первый мяч. Вот, после чего пропустили несколько контратак. И команда начала проигрывать 1-2. Нас на 5 фолов посадили. Получили 5 фолов ненужных из-за того, что не могли выйти из зоны. Ну, в целом потом команда успокоилась. После минутного перерыва заиграли. Появились моменты, реализация. Все. Под конец все стало более-менее. Какие задачи на сезон ставятся в этом? Задачи максимальные. Максимальные — занять первое место. А там будем к этому стремиться. Скажите, известно, что в мини-футболе большинство игроков низкорослые. Каким образом вы боретесь с проблемой лишнего роста в команде? Лишнего роста? Ну, эти игроки у меня больше играют, ну как сказать, впереди, стараются сзади, то есть быстрые, один в один обыгрывать там. Все. Как вы считаете, имеет ли право на жизнь тактическая схема с 4 защитниками? И как часто вы ее используете? 4 защитника. Ну, тут определенного такого нет. У меня центр перекрывают. Стараются страховать. Страховать друг друга, дружно играть в обороне. И игрок постоянно, который с мячом там на него выходит, игрок определенно выдвигается, не бросается ничего. Его сзади прикрывают все зоны, стараются перекрывать ребята, стараются и там, на дальней штанге тоже не терять своих людей. Поддерживаете ли вы инициативу изменения формы поля в шестиугольник? Я не поддерживаю.